Вот мы и продолжаем. Non-Shell Intrude, на связи Чандер. И тут вышло крупное прям обновление. И единственный момент, друзья, мы не сможем продолжить игру. А, да, здесь хоть и написано продолжить, на самом деле не было этой кнопки. Я посмотрел то, что сохранение-то не сохранилось. Поэтому нужно начинать заново. И причина там очень простая. Огромные балансные правки. У нас раньше было 100 здоровья, теперь 10 тысяч. У противника было 250, по-моему, здоровья, теперь 25 тысяч, ну и так далее. В общем, огромные-огромные изменения. Добавили новые карты, многие карты перебалансили и так далее и тому подобное. Поэтому давайте и посмотрим на изменения и, собственно, на то, как она теперь играется. Ну и попробуем пройти, конечно. Так, Fireball, 300 урона. Раньше было 4 урона или что-то в этом роде. А могу ли я на тебя сразу? На плитку. Да, смотри-ка, 300. Обратите внимание, как плитка обычно превратилась в обугленную. Да-да, я в курсе. Спасибо. Вихрь на обугленную. Жуньк. Хорошо. Первое взаимодействие. Замечательно. И нам надо будет это заново открывать. Не очень, конечно, приятно, но ничего не поделаешь. Так, а возврат? А здесь вы можете видеть. Я понимаю, что я могу видеть. Нажмите та... А, тап нажмите, хорошо. Так, фаербол на обгоревшую плитку, это будет лава. 300 урона любому противнику, видите? Стоящему в ней. Угу. Все, давай завершаем ход. Каждый вражеский герой разыгрывает карты. Это мы знаем. Как вдыхать и выдыхать. Карту импульс. Ну тут не импульс, тут вдохните моментум. Хорошо. Вдох и выдох. Активирует бонусные способности. Усилили, кстати, и фаербол, и огненное дыхание. Несмотря на то, что прям там куча всего, в целом их усилили все равно. 800 урона. Мы его все равно не сможем никак победить. Так, фаза 2, фаза 3. Да, это мы тоже все знаем. При смене фазы плюс одну атаку. Изучайте новые механики босса. Кстати, во время боя... Не во время боя, а... Можно будет, короче, не в одной катке... Фу, заговорился, ребят. Короче, во время одной катки можно будет менять стратегии и механики дракона. Вот, вроде бы как-то так там идет. Так, все, чему научить. Хорошо. Всему научил, молодец. Теперь что я хочу? Хочу ли я лавину сюда, допустим? Бам, 1000 урона сразу. Ну и вихрь замучу сюда, для того, чтобы у меня дополнительный фаербол был. Прекрасно. Вот он призвал миллиард пехотинцев. И сам пошел вперед. Так, я могу вдохнуть. Я могу дыхнуть. Но этих ребят... Давайте хотя бы этих ребят-то поубиваем. Чего нет-то? Хотя бы кого-нибудь в этой игре нужно убить. А, вот это нам... Это просто урон... Во, вот здесь смотри, бам, и 1000 урона сразу. Хорош. Здесь действительно хорош. Так, вихрь нам даст плюс энергию. И мы 300 урона нанесем как раз фаерболом минус 1. Прекрасно. Того мы тоже попробуем добить. Но тут раз и минус 5000 урона. Понимаете, 5000, господи. Так, вдохнул. Выдохнул. Хорош. Дальше. Лавина. Вихрь. Фаербол. Я ему даже броню не снес. Даже броню не снес. Все, убил. 7500 он мне нанес. Все, добро пожаловать, отомстим, завоевав земли ничтожных людишек. Да, хорошо. Тут размер армии никто. Хотя на самом-то деле там везде есть, да, размер армии. Вот тут небольшая прям область. Вот тут небольшая. В принципе, нам нужно все захватывать, желательно бы. Давайте начнем вот с этих земель. Это девочка-охотница? Вот так, да? Ну понятно. Не, на самом деле нифига не понятно, если честно. А что произошло-то? Так, мы можем распространить, мы можем лавину на лаву, например.
Половина на лабу будет бомба. Тут фаербол мы нанесем по 400 урона. Это, конечно, прекрасно. Мне нужно кое-что другое. Так, у меня 0. Я хочу вот на землю, например. Бам. Распространил землю. Чтобы вот эти все фиксировались. Конечный результат. Он меня должен сразу убить. У меня 50 тысяч хп. Не, он мне косарь нанес. А, то есть это нормально, да, было? Я думал... Ладно. Так, вдох, выдох. Лава. Что я еще могу сделать? Ветер. Вот здесь могу распространить. Здесь я могу сейчас, чтобы лавина у меня была хотя бы. И я смогу сделать броню немножко. Давай немного брони сделаем. Это же броню до сих пор дает? 100 брони дает. 100. Бьет. Многовато бьет. Так, это мы должны разрушить. Видите, 1000, а раньше было 10. В 100 раз все увеличено. Жесть. Мы можем вдохнуть, мы можем выдохнуть. Это плюс ярость накопится. Хорошо, кстати, накопится ярость славы, по идее. Вдох. Выдох. Огонь зачелся. По лаве. Огонь по лаве плюс 5 ярость. А где ярость, кстати? Почему у меня так мало-то ярости? Непонятно. Так, лавину бы неплохо было бы сюда. Это плюс очко действия. И фаерболом мы сейчас хоть кого-нибудь убьем. Ну, пусть вот этого мальчишку. Бам. Все, готов. Бурлюнь. О, смотрите, получить 500 брони. Дел сделано. Ачивки обновились. Это хп, кстати, у нас больше восстанавливаться не будет, что примечательно. Но я не ожидал, что мы, в принципе, так играть будем жестко. Так, мы вот здесь можем выдохнуть. Мы вот здесь можем выдохнуть. На 800 всего лишь. Вот здесь мы можем выдохнуть на 800 и убить его. Тут очень много, конечно, хп у этого товарища. Очень уж много. Давай сюда выдохнем. Фаерболом можно сюда, и он по лаве пройдет, просто два хода, и он умрет. Спокойно мы это затащим тогда. Здесь можно плюс броню заиметь. Давай плюс броню заимеем. Опять же вихрь сделаем. Бурлюньк. Сыграть 100 карт ветра. Прекрасно, это мы сделали, молодцы. И вот сюда фаербол. Все, этот парень умрет... Хотя за два хода же он не умирает, у него будет еще 100 хп. Разберемся. У нас выдох прям на постоянке, смотрите, есть. Огненное дыхание. Здесь мы плохо... О! О! Красиво. Красиво. А там, смотрите, народ все идет и идет. Жесть. Бам! Касать сразу, хорош. Все? Вроде бы да. Этот умирает, но очень медленно. 300 брони мои не спасают меня. Он все равно наносит очень много урона. Так, опять-таки вдох. Вот здесь могу хороший выдох по двоим. Здесь тоже хороший выдох по двоим. И один гарантированно... Вот так. Вот так даже лучше будет. Работаем. Минус 2. А, здесь наступит, наступит. Но этого недостаточно. Но я, может быть, выдох потом здесь сделаю. У меня почему-то ярость совершенно не накапливается. У меня, видимо, механика не выбрана какая-то на ярость, я думаю. Но это надо будет на будущее взять. Ладно. По поводу лавины. Лавина. Вот сюда поставить? Либо здесь поставить все же плюс броня. Давай плюс бронянька пока что. Возьмем вот так. И жахнем сюда вот так. 300 всего лишь. Фаза 2. Плюс 1 атака у меня должна быть. Так. Раз. Может вот так дунуть тогда. 800 урона. И плюс он постоит. И умрет.
Неплохо. У этого на пути не так много всего. Лучше фаерболом сейчас его добить. Есть. Конец. Позвать четырех пехотинцев. Ну, конечно, кто сомневался. Не, надо его убивать, потому что он задушит. Ну, а чем его убивать? У меня огненное дыхание всего ничего наносит. Косарь всего лишь. А, лавиной бить можно. Что мы еще из элементов не открыли? Мы ветер не пускали на... Вернее, огонь на ветер, да? На торнадо огонь не пускали на такую серьезную землю. Землю на серьезную землю мы не пускали. Давай вот так сделаем. Плюс 500 брони, хорош. А вихрь на серьезную землю не пускали, да? Вихрь на серьезную землю не пускали. Пустили вихрь на серьезную землю, что произошло? Понятно, говяжка. Ну и все. Я боюсь, что мы даже вот это вряд ли победим. Он 1000 нанес. Но вроде у меня 1000 брони как раз и было. Так, что мы еще не делали? На лаву делали все, на обугленное делали все. Вот на эту мы еще не использовали огонь. Так, вдохнуть я вдохну. Усилю огненное дыхание. Давай пока вот так сделаем. Огненным дыханием можно, кстати, здесь дыхнуть. Вполне. Есть контакт. Пока просто пропустим ход, скажем так. И фаербольчиком сюда. Он идет по этой линии. Желательно бы на следующий ход бы это сделать. Давай бить его. Бей. На следующий ход мы его гарантированно тут убиваем просто. Но он нас убивает. По 7500 бьет. Слушайте, дофигища прям совсем много. Так, давай огненный шар. Готово. А, дальше мы не применяли опять-таки огонь на эту. Ну и черт бы с ней. Что мы еще не применяли? На воздух. Нам нужны различные ветра. Давай ветер. И на ветер применяем землю. Земля распространилась и бомба получилась. Это бесполезно, потому что вдох он сбрасывается в конце хода. Так, лавина. Фаербол применить сюда. Тоже бомба. Лавину применим вот сюда. Это плюс броня. И нужен вихрь. Давай применим вихрь сюда. Потом вихрь на вихрь будет торнадо. Ну, вы поняли. Было у нас уже такое. Все, вихрь на вихрь есть. Хотя на обычный нам еще нужно огонь применить, чтобы вот такая штука сработала. Так, здесь начинаем применять. Начинаем с огня. Бам. Сработало. Сколько урона наносит? 200 урона по всем врагам? Вы серьезно? 200 урона? Кошмар. Стыд и позор, если честно. Прям вообще зашквар. 700 он нанес 1005. Это он именно нанес 1005 через броню? Это плохо. Так, продолжаем спамить ветром. Нужно все остальные штуки изучить ветреные. А, мне огонь, по-моему, нужно по ветру жахнуть. Огонь по ветру просто распространение, да. Надо увеличивать количество халявной брони. Опять 1005. Используем ветер. Надо до торнадо довести. Ну, ребят, нужно все эти штуки открыть, а потом мы уже справимся со всем остальным. Конечный поворот. 21190, да? 20985. Слушай, нормально. Мы можем потенциально. Мы сюда землю еще не применяли. Давай применим. Угу. Земля раскидалась. И вот здесь на ветер применить. Ветер еще плюс. А что это даст? Это сдвиг даст, правильно? Правильно, это сдвиг даст. Сделаем тогда потом.
Так, огонь куда-нибудь. Да, это бестолку, потому что у нас не будет ничего. Давай сюда стрельнем пока что. Он пусть умирает потихоньку. Потихоньку именно. Ветер. Плюс броня. Фаербол. Хочу вот эту штуку тоже забрать. Если у меня вдруг получится победить здесь, в этом бою, будет хорошо. Так, еще ветер, и ветер на ветер мы потом используем. Так, здесь раз. Здесь два. Плюс денежки. Плюс 50 монеток. Господи. В этом плане они ничего не поменяли. Так, у меня даже осталась броня, что ли? То есть он меня уже не пробивает. Это хорошо. Если это так, то это хорошо, безусловно. Давайте-ка здесь еще. И вот ветер на ветер. Поздравляю, дружище, ты откинулся назад. Вот такие вот твои пирожечки с котятами. Ты меня понял? Понял, да? Все, мы открыли все, ребятки. А вот можем его постоянно сдвигать теперь. Нафига, главное, зачем? Понятия не имею. Ну, просто мы можем. Мы можем вдохнуть и выдохнуть. Хорошо. Так, и лавину применить. Давай. Броню сейчас настакаем. Прям миллион брони. Миллиард брони. 970 брони у меня есть. 2070. Все, он меня не пробивает. То есть суть в том, то, что теперь имеет смысл в принципе разгонять броню. Кстати, не взорвалась, что примечательно. И ветер еще. Хватит мне на огненное дыхание. Вот и давай дышать. По ходу дела мы его, правда, побеждаем, смотрите-ка. Он всего 1000 пробивает. Ветер мне здесь особо ничего не даст. Как мне ему наносить урон? Так, чтобы прям поболее. Давайте это используем. Огненное дыхание круто. А давайте вихрь будет на лаву. Здесь моментум. Огненное дыхание. И фаербол. Возможно, именно таким образом будет быстрее всего. Да, брони дофига. Кстати, броня не спадаемая, то есть она имеет накопление. А вот это топ. Прям ультра хорошо. Вдохнул, выдохнул. Хорошо. Так, у него все, больше ноль. Ничего не сможет сделать против нас. Что-нибудь интересное могу сделать? Ня, ничего. Ну и ладно. Так, погодите, что такое? Примите... А, земля к четырем плиткам, да-да-да. Ну давай тогда просто бьем. Просто вдыхаем, выдыхаем. Ой, на самом деле душнина. Вот в этом плане разработчик немного перемудрил. Немного сильно перемудрил, я бы даже сказал. По дефолту 500 урона, а на вдохе 1000 получается. Я могу вот так сделать. Толку никакого, потому что ярости нет. Нужна ярость. Вот с яростью будет получше. Так, я, конечно, могу сделать, но толку. Все, броня пошла в накопление. Слушайте, значит, нам на старте нужно обзаводиться бронюшкой. Вот бронюшка у нас будет, и мы тогда будем тащить всех врагов, по идее. Потому что, ну нифига себе, сколько он мне снес-то. Тактику нужно менять. Все, 4400 осталось, ребят. Так, вдох. Выдох. И урон. Пару ходов и убьем. Вдох. Выдох. Все, последний ход у него остался. Сейчас сдуем его. Как злой волк, знаете. Опа. Все. Победка. Похоже, ты недооценил. Мы приехали так быстро, как только могли. Чеп.
Что? Чего? Я тебя понял. Разработчик, короче, вы знаете, что сделал? Разработчик сделал следующее, ребят. В общем, они разделили, получается, игру. Раньше это была полноценная игра, в которую можно было играть. Теперь они вот эту версию, получается, превратили в дерьмо-версию. Полная игра пока что недоступна. Вот, можно ее только в список желаемого добавить. Мы играли до этого в полную версию, но полная версия, видите, внезапно стала неполной версией. Это первый момент. Второй момент, здесь на самом деле еще дофигища ачивок, и часть из которых, я сейчас покажу, какие. Вот, смотрите, это то, что мы понаполучали. Было бы неплохо закрыть хотя бы достижения здесь. Можно ли это сделать? Вот тут на самом деле спорно. Потому что 15 механик босса мы, например, физически не можем, да, теперь разблокировать. Так, глобальные достижения, вот смотрите, какие достижения здесь есть. Вот такие вот достижения, которые мы, конечно же, никак получить не сможем. Вот это вроде бы да, но это одной бомбой шестерых ударить, что мы тоже не можем, потому что он по 4 призыв. Но чисто гипотетически можем, да, собрать толпу и... Ладно, допустим. Слушайте, ну-ка, новая игра. А, нет. Нет. Значит, там просто была драка такая. Ладно, то было, видимо, конец обучения. Окей, хорошо. Ладно. Это то, что у нас открыто, то, что мы добились. Ой, тогда нужно почитать и посмотреть. В общем, разраб что-то намутил. Проверяем, можно ли выиграть, играть, в принципе, в эту игру и собрать все ачивки. Ну, некоторые ачивки не получится пока что собрать, вы сами видели почему, да? Но в целом посмотрим. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.